Жила-была лиса по имени Малина. Она была очень умная и хитрая, и все животные в лесу ее боялись. Малина была хороша во всем. Она быстро бегала, ловко лазила по деревьям и всегда находила выход из любой ситуации. Однажды в лесу начали пропадать ягоды и орехи. Малина решила разгадать эту тайну и отправилась на поиски воришки. Она притворилась, что ушла, но подкралась к месту, где ягоды пропадали. И вот она увидела зайца, который крал урожай. Лисенок решила не поймать его сразу, а придумала хитроумный план. Она начала хвалить зайца за его ловкость и скорость и предложила ему соревнование. Заяц был рад вызову и согласился. Малина и заяц бежали по лесу, и Малина специально несколько раз уступала зайцу, чтобы он почувствовал себя сильнее. Наконец, они добежали до места, где пропадали ягоды. Заяц увидел свои следы и понял, что он был пойман. Малина объяснила ему, что мудрость и хитрость важнее быстроты и ловкости. Заяц понял свою ошибку и обещал больше не красть. И с тех пор в лесу стало тихо и спокойнее, потому что Малина научила зайца уважать труд других и не брать чужое. Жили они все дружно и согласно, и Малина стала настоящим лидером для всех животных в лесу.